Ну что ж, продолжаем наши попытки выбить вампира. Осталось 1500 кристаллов. Что-то как-то ресетнулся телефончик немножко. Слетело видео. Летим дальше. Заходим. Нанять за самоцветы. Осталось до 1500. Это где-то примерно 10 попыток. Один, два, три. Бог грома. Ха-ха. Это очень интересно. Ну, так. Так. Сливаем все тыкве. Использовать. Еще раз. Раз, два. Рыцарь. О, это какой сегодня по счету? Уже третий или четвертый рыцарь падает? Очень интересно. Хорошо. Сливаем тыкви. У меня уже и слотов не осталось свободных. Полетели дальше. Так. Нанимаем за самоцветы. Один пошел. Оборотень. И да, на второго не хватает места. Убираем. Использовать. Сколько у нас тут осталось? 647. Где-то 4 попытки. Ну же, давай. Повезет нам сегодня. Повезет. Раз. Не повезло. Использовать. Автодобавка. Еще раз. Не повезло. Пользоваться. Автодобавка. Понеслись дальше. Это самоцветы. Понеслись. Используем. И последнее. Ну, хотя бы какой-нибудь, не знаю, там. Седьмой суккуб, я не знаю. И не повезло. Кристаллический эктоплазм. Вот и улетели наши, я не помню уже сколько, 14 тысяч или 12 тысяч кристаллов. И посмотрим на сегодняшний результат. Так, что же нам выпало? Выпало 2 суккуба, 3 рыцаря, друид, 2 бога грома и тыква. С одной стороны, как бы это и неплохо, но с другой стороны, у меня этого всего в достатке и с избытком. И даже сраный несчастный Атлантикор не выпал, которого у меня тоже нету. Вот такая вот печалька. Ну что же. Что же мы будем делать? Пойду закроюсь в туалете, буду плакать. Кстати, сегодня наконец-то уже прокачаю свою тыкву до 7 из 9. У меня 8000 кристаллов. Плюс к этому в тыкву уже вложено около 60 тысяч очков опыта. Еще есть маленькие накопления на складе. Это 3 по 200, 7 по 50. Это 600, 350, ну тоже около 1000 кристаллов будет. Еще много зелени неиспользованной, которую можно вложить. Еще сущности есть. Это уже около 3, это 18 тысяч, больше 18 тысяч. А, ну можно еще открыть. Посмотрим на наш супер рендом. Может повезет, выпадет карта героя. Использовать. Карта элитного героя используем дальше. Карта элитного героя используем дальше. Карта элитного героя и карта элитного героя. Это было все с первого места. Так. Ну, что касается рандома,
Мне недавно на Суде героев, точнее, турнир героев, мне выпал фараон. Чему я был несказанно удивлен. Сначала вообще не понял, что случилось. За все время, что я играю, это около 8 месяцев или 6 месяцев, не помню, это где-то я в апреле начал играть, надо посчитать. За это время первый раз мне выпал фараон. Где-то здесь есть 60 или 80 уровень. Да, вот этот фараончик. С слабеньким талантиком. Теперь у меня их два. Но ни одного ареса, ни одного вампира и ни одного несчастного сраного купидона. Так, что еще хотелось бы показать? Наша гильдия. И хочу показать, сегодня проходила битва за факел. И хочу показать наш очень большой результат. Нулевой. Ну, единственное, вру, здесь было 200 значков почета. А все почему? Потому что никто не слушает, никто не хочет соблюдать тактику. Все упорно нападают и набирают в течение дня факелы. Нападают на другие гильдии. Мы попадаем в топ, там на 60-е место, на 9-е место. И в конце уже битвы за факел нас просто выносят. Так сказать, сговорившись, гильдии приходят, ну, игроки собираются, смотрят, у кого побольше факелов, кто в топе, и начинают на эту гильдию нападать. Мы привлекаем очень много внимания, и нас просто нещадно выносят. А вот эта вот система, когда, допустим, просто ничего не делаешь в течение дня, и потом все гильдии собираешься, или хотя бы там 20-15 человек собирается, и в последние 10-15 минут начинают нещадно воровать факелы и защищать свои. И это может нам принести каждому игроку по 300, по 200 кристаллов героев. Но эту тактику никто не соблюдает. И вот потому у нас тут такой результат. Хотя в гильдии у нас 46 человек. Ну, не знаю, видать, никто не хочет собрать хороший лут. Пожалуйста, я устал объяснять это. Все-таки все зависит от каждого игрока. Вот так вот мы просрали, я 14 тысяч или 12 тысяч кристаллов. Всем спасибо, всем успехов в игре и побольше вампиров.